специальное предложение только сегодняшнего дня. Это костюм 2 в 1, брючный костюм на теплое время года. Сразу видим на подиуме два, не совершенно, скажем так, да, но два разных образа. Можно надевать этот костюм с каблуком, допустим, на праздник, и можно надевать на плоском ходу. Каждый день выбирает для себя этот костюм. Можно дополнять любыми аксессуарами абсолютно. Брючный костюм, вы знаете, это как холст художника, на котором вы можете нарисовать любой образ абсолютно. Костюм называется «Каталея», цена 2799 рублей. Костюм легкий, свободный, ткань шаткая. Это не просто комфорт, это еще и безумная практичность. Мы с вами можем легко ухаживать, его не надо гладить. Это всегда удобно, это всегда здорово в течение дня, да, он всегда выглядит идеально. Легкая, свободная посадка. Я беру для себя этот костюм размер в размер. Сидит он, обратите внимание, свободно. Вот туника прям свободно, свободно у меня сидит. И брючки у меня сели как раз по фигуре. Можно выбирать этот костюм даже на размер больше. Ну, для более, скажем так, свободной посадкой, если вы любите. Ну и опять же, вот я выбрала для себя каблук, но вы можете выбирать абсолютно любую обувь, потому что брючки у нас, обратите внимание, такие классические, не слишком широкие, но при этом еще и не узкие, да, ну не узкие, я имею в виду, они не перетянут, у меня полная икра, да, и у меня они свободно очень сели, не будут перетягивать в щиколотки, то есть здесь они сидят абсолютно свободно. Яркие оттенки, это целая коллекция, делим цену на 2, потому что это 2 полноценные вещи в вашем гардеробе. Эти брючки вы наденете с любой белой рубашкой, с каким-то топом, с любым абсолютно верхом из вашего гардероба, который уже у вас есть, ну и, соответственно, эти классические брюки вы также можете выбирать с любым абсолютно... Ну, рубашкой топом, я сказала, да, и этот верх вы можете выбирать с любыми брюками, которые есть в вашем гардеробе. 2 цвета на подиуме мы уже с вами видим. Цвет, который выбирает Ксения, будет называться горчичный цвет. Еще раз обратим внимание, что Ксения дополняет своими аксессуарами, да, это могут быть браслеты, это могут быть платок, это очки, это шляпы, это какие-то клатчи, сумки, то есть уже это все, ну, от настроения, как бы, да, скажем так, зависит. Так, второй... Этот цвет будет называться хаки, такой более темный вариант тоже такого оттенка, мне очень нравится. Далее у нас с вами джинсовый цвет, да, далее индиго, так я понимаю, правильно? Более яркий вариант. Ой, посмотрите, интересный такой фиолет, а это тогда какой? Сиреневый, фиолетовый и сиреневый. Обратите внимание вот на 2. Сиреневый выбираю я для себя, наверное, такой самый яркий из всех. Это будет все-таки сиреневый. Более спокойный, да, у нас всегда есть с вами вариант такой более спокойный и более яркий. Вот, допустим, более яркий вариант на Ксюше, а более спокойный будет уже называться хаки. Поэтому выбирайте, выбирайте 2 цвета. В конце концов, у нас с вами летом мы можем менять с вами образы, составлять какие-то свои цветовые решения. В любом случае, это главный товар дня. Самая выгодная покупка сегодня на телеканале Shopping Show. Смотрим сразу на посадку брючек. Ксюша берет этот костюм размер в размер. Но вот здесь я бы взяла все-таки на размер больше, для большей уверенности. В любом случае, по резинке здесь хорошо все сядет у вас, да, по талии. Но все-таки эта ткань жатка, она не должна обтягивать нашу с вами фигуру. Если вот есть объем в бедрах, лучше взять на размер больше. По верху точно все хорошо сядет, оно и размер в размер хорошо сидит свободно, на размер больше-больше будет немножко просто свободы, и все. А по брючкам я бы взяла на размер больше. 2799 рублей – это главное предложение только сегодняшнего дня, самая выгодная покупка сегодня. Цена, если вы оплачиваете заказ сразу картой, цена составит 2659 рублей. Ну и костюм – это всегда выгодно. Когда мы надеваем с вами костюм, образ становится таким вот полноценным, как от стилиста. Ощущение, как будто вы одевались вместе со стилистом. Это всегда выглядит более стильно, более так модно, скажем так, можно, ну, можно сверху надевать, допустим, какие-то плащи, косухи, джинсовки, то есть мы с вами можем этот костюм интегрировать там в более прохладное время года уже, допустим, вот совсем скоро, да, еще когда куртки не сняли, но тем не менее уже хочется какой-то такой легкости и яркости с кроссовками, с мокасинами, с лоферами, с какими-то полуботиночками на каблуке или без каблука, совсем с открытой обувью, да, опять же, босоножки какие-то мы можем выбирать с вами сюда.
бренда. Звоните и заказывайте. Также эта ткань жатка, а это значит, что мы с вами освободили себе время от глажки. Есть такая вот эластичность небольшая у жатки, мы это с вами понимаем, да, значит, это свобода движений. И, конечно, выглядит это всегда очень здорово, потому что есть вот эта фактура жатки, да, это всегда более выглядит комплементарно для нашей с вами фигуры. Сделаю замеры, пожалуй, да, для тех, кто сейчас делает свой выбор. Смотрите, еще раз хочу сказать, что я рекомендую, особенно если у вас богатые формы бедер, брать на размер больше. Если вот, допустим, вы здесь носите 52, а здесь у вас 50, то берите 52, то есть здесь и берите по верху, да. Но если у вас здесь, допустим, даже, допустим, 52, а здесь 50, то лучше взять еще на размер больше, чем бедра даже. То есть если бедра богатые, то там ориентируемся на размер больше. Смотрите, у нас с вами 54 сейчас на Рейле, полуобхват по груди. Еще раз хочу сказать, для богатого верха это прям самое-самое то. 61 сантиметр, 54, а должно быть 100, насколько я помню, правильно? У нас 108 должно быть. 54, должно быть 108, а у нас 122, то есть здесь прям супер свободно. А вот по брючкам 54, проверю сейчас, 50, да, 4 размер, по брючкам в самой широкой части 67, это 134 получается, правильно? 134, вот здесь по бедрам берите на размер больше, ориентируюсь именно сюда. Здесь будет все хорошо, здесь у нас с вами эластичная резинка, здесь у нас с вами карманы, есть небольшой припуск, то есть, но тем не менее вот здесь вот я бы взяла на размер больше. Поэтому выбирайте, звоните и заказывайте. Главный товар дня, давайте вспомним, какие цвета у нас есть в наличии. Роскошный горчичный цвет. Смотрите, эффектный, да, хаки, посмотрите, более спокойный вариант. Вот смотрите, сразу выбираем два варианта. Здесь более спокойный джинсовый и более яркий сочный индиго. Этот цвет более спокойный фиолетовый и более яркий вариант, мой выбор, это сиреневый. Костюм называется Каталея. Это главный товар дня. Два в одном за 2799. Звоните и заказывайте прямо сейчас. Успевайте собрать свою бесплатную доставку от суммы 5990.